Добрый день, уважаемые любители шахмат. Таковой день. А сейчас у меня глубокая ночь, но тем не менее я не могу не осветить это событие, потому что видим, что очень сильный игрок, шахматистка из Монголии, Монгзолтормунг. Извините, я больше не буду произносить ее имя и фамилию, буду говорить просто монголка. 6,5 из 7 шла в титульном вторнике, и ее выкинуло из турнира. Давайте сначала посмотрим, кто это. Ух ты! Женский международный мастер, 2,235 рейтинг в Блиц. Соответственно, с таким рейтингом давайте посмотрим, кого она обыграла в этом турнире. Первые три тура так себе. Далее серия побед. Экзотик Принцесс – это Бадур Джабава. Символично, конечно, что человек, который разрабатывает античитерскую защиту, попадается. Такой очень сильной шахматистки. Далее. Пиорун Каспер. Ух ты, у меня с ним даже положительные счеты, такое бывает. Салех, очень сильный балицор, конечно, сильнейший шахматист арабского мира. Ну и в последнем туре Федосеев. В общем, уже очень забавно, что, ну, Перун, я не уверен, 2600 у него точно есть, 3 семисотника обыгрывает шахматистка с рейтингом 2200. И теперь, конечно же, точность. Вы видите сами. 95,4. Второй тур. 98. 98,8. Джабавой самая низкая точность. 88,7. Далее 96,8. 98,4. Ну и последний тур 99,1. Замечательно. Я свел в таблицу. Что мы видим? Средняя точность 96,5. Напомню, что Магнус 97,3, Накамура Крамник 94, 6 и 94,2. Соответственно, выше точности Накамура и Крамника, и Лагно Мозычук вообще отдыхают со своими 93,8%. Ну, то есть, теперь давайте вспомним, с чего все начиналось. Начиналось все с Women's Chess Championship, где она обыграла Ану Мазычук. Фантастика, да? То есть, блиц. И давайте посмотрим точность этих партий. Я не вносил уже в таблицу, но вы видите. То есть, она проиграла одну партию, одну выиграла. Точность 97,2, 98, 98,1, 96,1. Проиграла 93. Далее 94,5, 99,1. Это вообще. Ну и потом она в пулю выиграла. Соответственно, пуля это отдельный вид, но тоже какая-то точность невероятная для пули по сравнению с соперницей. Ну, теперь я должен отметить, что тут сразу же возникает вопрос по поводу того, что другие участницы этого турнира не использовали так называемое умное читерство или нет, как вы думаете? Ну вот, это попалось уже фактически. Ну, давайте поймем, как она работала против Музычук. Две партии рассмотрим. Я понял, как она действует. То есть, чтобы ее читерство было незаметно, умное. Она делает очень часто хода по второй, по третьей линии. И суть ее игры заключается в том, что нужно дожить до эндшпиля. А в эндшпиле она демонстрирует свою истинную силу. Ну, это известная линия теоретическая. То есть, тоже у меня большие вопросы. Сейчас увидите. Она берет и с Олеха не выпускает из дебюта 2700. Насчет ее
теоретической подготовки. То есть есть такое подозрение, что в самом начале она пользуется дебютной книгой до какого-то хода, потому что ну, не может такой сильной подготовки быть дебютной у человека с рейтингом 2200. Ладно, в общем, возникает окончание. И мы видим, что у черных небольшой перевес. Согласно движку, ну, выиграть, конечно, очень сложно подобную позицию. И давайте обратим внимание сейчас на технику белых. Вот примерно этот момент. Е4. Черные очень долго думали. Ну, король Е2. Идеально. Используем тактику. Бьем. Ну, то есть, и серия ходов такая по первой линии. И потом надо сделать вторую линию. Мы очень часто будем видеть вторую линию в исполнении монгольской шахматистки. И вот сейчас хороший момент, чтобы сделать первую линию, вырваться вперед. Поэтому делается подготовительный ход. И теперь А4. Ну, как бы без этого хода не обойтись. Так, приходится. Черные допускают ошибку, видим, что G5 равенство. Ну, как бы ладья один уже, чтобы не сыграть. В этом не было смысла. Смотрите, опять, очень аккуратно. Вторая линия. Ладья А5 и потом ладья А6. Это первая линия. Ну, мы забираем сначала пешку. И далее, ну, как... Есть выбор между ходами, ну, ладья g6 делается, ход b5, b6, b7, грубая ошибка допущена, сейчас будут черными, они взяли пешку и ладья b5, зевнули перекрытие, ну, после король d6 уже проигран. Видите, что 98% неспроста, то есть, вот, начиная с того, как черные сыграли e4, просто все, первая, вторая линия, такая... Идеально точное разыгрывание ладейных окончаний. Рубинштейн бы позавидовал такой точности. И то же самое можно сказать относительно другой партии. Здесь мы увидим очень умную игру от черных. То есть они играют максимально аккуратно, чтобы дожить до эндшпиля. Смотрите. Вот все меняется. Обратите внимание, что вот. Ну, то есть, тут еще я должен отметить, что наверняка, ну, 18 лет шахматистки, она до этого сама не додумалась. То есть, кто-то ее подготовил вот к такому типовому игру. Помощники по-любому есть, потому что, ну как, чтобы дойти до такого, надо, я не знаю, огромный опыт работы по такому иметь. Ну ладно, ну видите, что опять возникает окончание, и сейчас черные не выигрывают эту позицию, но дело в том, что они поймут, это действительно очень умное читерство, можно его называть своими именами уже после сегодняшнего дня. Один момент, ну видим, что ничего, долго очень партия, ничего в ней не происходит. А тут, наконец-то, белые допустили на движение пешек, и позиция немного изменилась, наконец-то. И смотрите, вот в этот момент слон f6, это вторая линия, король g6, первая линия, ладья g8, слон g7. Ну, то есть, или в этой позиции надо сыграть слон g7. Она этого не делает, потому что это опасно, можно спалиться. И вот здесь белые опять ошиблись, ну, это естественно. Тут и в классику многие больше. Смотрите, не делается ход ладья g1. Ладья g1 очень тонкий ход с микроцуксвангом. Потому что надо, чтобы король отошел, и только тогда мы сыграли ладья d1, и потом взяли на d3. Мы выигрываем пешку. Таким образом, сразу мы ладья d2 в этой позиции сыграть не можем, ввиду хода король g2, и после ладья d3 белые делают ход ладья f1. Фантастика. Ну, они удерживают. Ладейные окончания таковы. Ну и все. После хода Е4 ничья получается. Видите, что очень аккуратно, вторая линия иногда не находит победу и так далее. Ну вот в этом турнире, что случилось? В первом туре, видимо, попался человек с книгой. Я просто знаю этот вариант. Этот вариант я в своем видео показывал, челябинский. Я просто покажу. Сколько там? 30 ходов черные сделали с рейтингом. Ну, каким? Рейтинг соперника. Давайте посмотрим. Видите, 2292, то есть 2300 ческома. И он вот все это воспроизводит.
Видишь. Просто. Вот сколько уже ходов сделано. Да, вот такая. Теоретики. Теоретики с рейтингом 2300. И видите, водя BB8, также ход делается. Это все следует. Ну вот, она тут уже не знала, теорию или книга закончилась. В общем, 26 ходов теории. Ну и, в принципе, дальше черные сделали ничью. Поменяли пару ладей, стояли на месте. Получилась ничья. И, видимо, ее это очень сильно разозлило. Вот этот факт, что против нее использовали. Может, она думала, что против нее прогу использую, может быть, помощь книги, я не знаю. Ну, это ее очень сильно разозлило. Вы понимаете, что если разозлить любую девушку, женщину, она может потерять самообладание. В принципе, вообще, рекомендую вам посмотреть любой из фильмов Ларса фон Триера, например, «Антихрист» или «Дом, который строил Джек». Там вы услышите много по этой теме. Мнение датского режиссера. Ну ладно, переходим ко второму туру. Ну, в принципе, второй тур 2300, нужно его прибивать. Ну, не все так просто, смотрите. Такая вот позиция идет, и вот все очень аккуратно делается. Вот, аккуратно видим, что уже равенство. Потому что конь бьет А6, зевнули, потому что кот водя АЦ8, я, кстати, не понял, почему не водя ФЦ8. Может быть, какие-то фрагменты партии играются от себя. Ну, вот сейчас, ну, в нужный момент следует серия ходов. То есть, ладья c6, ферзь d4, четкий ход ферзь a5 и ладья d8. То есть, и дальше ферзь отходит. Ну, все очень четко и просто выигрывается фигура, партия заканчивается. Ну, то есть, это тоже показатель, когда в нужный момент делаются такие хода. Далее, третий тур тоже. Мы сильно не будем останавливаться на этой партии. Защита каракан была разыграна. Ну и белые ничего особого не получили из дебюта. Тем не менее, смотрите, в этот момент черные допускают неточность. Надо бить ЕД, это забавно. Ладно. И белые все аккуратно делают тоже. Меняют фигуры, переходят в эндшпиль. Видим, что сейчас большой перевес. Ну, вот, тут тоже следует забавный момент, что F3. F3 этот вообще никуда хоть не попадает. То есть, но черные зевают сразу же, и этим зевком мы и воспользовались. Ладно. Вот следующая партия. Конечно, я смотрел, как обыгрывать Джабаву. Я удивлялся. Вот. Всему, начиная с дебюта, потому что дебют точно разыгран. И Джабава решил поэкспериментировать. Ну, то есть здесь H3, очень странный ход, но F3. F3, ну, конь просто приходит на E4, это уже выглядит странно. Смотрите, черные играют ферзь H4, то есть этот ход ну, не попадает никуда. И дальше F4, все. У черных огромный перевес. То есть, плохой ход F4, надо было все равно F3 играть. Ну, типичный конь, с которым очень сложно бороться. И теперь отсталая пешка E3. Обратите внимание дальше. И вот тут черные постоянно начнут играть по второй линии. Вот сейчас, например, ход ферзь E7. Ну, что это за странный ход назад ферзем? Почему не ладья E8? Ну, это ход по второй линии. Далее, конь C4. Ну, ладно, это логичный ход. В отличие от предыдущего. И далее идет ход, конь бьет Е3. Сразу же оценка обваливается. F5 черные задумались над единственным ходом, над ладья Е4. Ну, как бы здесь этот ход, ну, под связку нельзя бить, потому что ДЕ будет, и после этого теряется материал. Король H1, поэтому последовало ладья Е8. Смотрите. F6, ферзь E6. Четкий ход по второй линии. Видим, что первая линия GF, вторая ферзь E6.
Водя Е1, и черные задумались, и делают четкий ход по второй линии, слон бьет g3. И далее, ну как, если сыграть конь g4, ну это странная вторая линия, поэтому иногда надо делать первую линию. И далее конь бьет g3. Ну, конь бьет g3 это вообще человеческий ход, ну то есть, если бы мы тут увидели ход водя Е1, это все понятно было бы. И далее g6. Ну, это единственный ход, когда единственный ход не проигрывающий делается. И смотрите, снова вторая линия, водя Е1, первая линия, вторая линия, ферзь d6, конь e4, d e, четкая вторая линия. Ну, то есть, алгоритм слишком уж предсказуем. Далее, ход ферзь d6, ну, я так понимаю, это ради повторения ходов, ферзь d5. На какой-то момент это была вторая линия, затем это стало первой линией. Вот следующий ход, если честно, мне непонятен, g5. Ну, то есть, может это мисклик, может что-то, я не знаю, если честно. То есть этот ход выбивается из общей логики, потому что далее приходится, ну, защищаться, а 6, потому что иначе проигрываем. И вот выигранная позиция у черных стала чуть хуже. Ну, ничего страшного. То есть ход по второй линии, ферзь f4 делается. Ну, сейчас, как бы, водя e6 по второй линии, ну, смотрите, ход водя e6 по второй линии, ну, e3 по первой. То есть, там разница небольшая. Ну, водя e6 какой-то очень странный ход. А вот это, ну, как логично, e3, потом сыграть водя e4. Водя h4, смотрите. Вот этот момент я больше всего смеялся, когда смотрел эту партию. Ну, как бы f3, водя бьет h4, забери ладью. Ау, водя бьет d4. Нет, нужно продолжать играть по второй линии. То есть, есть еще вероятность, что просто бот играл. Я не понимаю вот этого вообще. Ну, просто все идет по второй линии. И дальше водя c4, ну, то есть, первая линия четкая, водя e4. Все остальные хода это вторая линия. Далее водя c3, вторая линия снова, то есть e2 это первая линия, достаточно забавный ход. И водя бьет a3, тоже вторая линия, e2 первая линия, e2. Ну сейчас уже надо так сыграть, потому что можно остаться без пешки. Водя b3, снова вторая линия, b6, вторая линия, как видите. Король h7. Ну, сейчас как бы e1 свод, что это, ну, прикалывается уже наверняка. Ну, h5, король 6. То есть надо несколько ходов сделать по первой линии, потому что можно как бы проиграть. Жабава допускает грубую ошибку, надо было спокойно забрать пешку. Наверное, получилось бы ничья. Я думаю, что монголка была бы не против ничьи на самом деле в этой партии. Но Жабава почему-то допускает грубую ошибку. Вот сейчас король g6, ну как бы этот ход напрашивается. И водя e1, ну то есть монголка, наверное, ей стоило ничего делать, потому что это уже началось палево, когда она сыграла c5. Как бы. И потом, смотрите, водя e6, это будет первая линия, ну нет, надо сыграть так. И Джабава почему-то не ударил. Ну, сложно сказать, наверное, уже цейтнот был. Ну и все, надо выигрывать эту партию черным. Они подумали и решили выиграть, потому что а почему бы нет? Ну то есть все на самом деле, все эти решения принимаются, когда уже цейтнот так вот. Исходя от эмоционального состояния, уже как бы не задумываешься о том, что ты играешь человеком мирового уровня, когда у тебя 2200 рейтинга. Ой. Ну, вкус, вернее, не вкус, а аппетит приходит во время еды. Перун. Ну, конечно же, надо играть против сильного гроссмейстера. Конь d7 на перехват. Линия. Кстати, мне не совсем понятно, зачем белые рокировку сделали. Ну, ладно. Другой вопрос. Ну, видим, эндшпиль возник, как раз, ну, черные, вернее, белые не подозревали, с чем они имеют дело. Черные, конечно, сейчас начнут подмениваться. Аккуратно. Аккуратно делаем, то есть, никакой тактики не должно быть. Вот, слон c7 особо мне примечательный ход, который на несколько секунд на третьей линии был. То есть, мы переходим в эндшпиль, у нас такая стратегия на игру. Вот, смотрите, слон g4, тоже ход, который является... В третьей линии, ну, размен. Побольше разменов и ферзь e5 сразу же. Ну, это как бы первая линия, но это размен. И все, мы меняемся. Ну и дальше просто мы двигаем и ждем наши шансы. То есть мы не играем по первой линии, потому что если играть по первой линии, можно спалиться. Видите, что тут король f8 был ход, ну, пешка отдается. Ну, как,
Потому что король f8 это первая линия, обратите внимание, ладья a4, вторая линия. Не, ну это настолько тупо, такой алгоритм. Я серьезно не понимаю, это бот играл, она играла. Бот советовал там, или человек просто по второй линии советовал. Вот смотрите, далее здесь ладья d5 выигрывающий ход не делать. Вот на следующем ходу уже почему-то делается. Почему, я не знаю. Это слишком сложный шифр. Это, наверное, Энигму легче было расшифровать, чем понять логику действия черных. Но мы определенно видим, что она есть. Повторение ходов, так вот, чтобы набить время, наверное, король b6, все, мы находим выигрывающий маневр, все, теперь идет d1, и проводим ферзя, все заканчивается постепенно, потому что тут никакой крепости построить нельзя. Феноменальные партии, конечно. Ну и мы дошли до того, как оказывается, что игрок с рейтингом, ну это вообще ирония судьбы, что тот же вариант, который разыгран в первом туре, разыгран сейчас. Это удивительно. Только почему-то Салем в ключевой позиции, ну как, игрок с нулевым рейтингом 2300 знает, что делать, а тут он делает ход f5, который явно не попадает никуда, ни в какие линии. И вот как раз она на этой партии спалилась, потому что позиция сложная, тактическая, тут слишком не подменяешься, и тут надо действовать конкретно, делает ход b5, e4 и конкретика пошла, ну то есть король не рокирован, ну, и так далее, в центре доски, ну многие бы, кстати, сыграли бы g3, потом, наверное, рокировались, у b6 делается такой смелый ход, черные жертвуют качество, ну как, с точки зрения сложная позиция, ну рокировка, то есть, сложная она только если вы не используете помощь. А сейчас она элементарно добил. Король h1 тоже. Разница между ходами король h2, король h1. Вы можете ее сказать? Ну, тут делается. Ход это уверенная первая линия. Плюс 5 и плюс 2. И здесь, ну как, надо вернуться к первоначальной стратегии. Как бы g4 это слишком жестко. У нас вон d5, ход по второй линии. И далее уже играем g4. Ну, то есть чередуем линии. И здесь слон g2. Вообще надо аккуратно, ну как бы у нас плюс 5, уже давайте плюс 3 будет, ну сделаем ход по третьей линии, меняем ладья, ну это что мы хотели, размены, ферзь a8, ну как бы вот это как раз, я не понимаю этот ход, если честно, но это первая линия, вот я сижу сейчас, и я думаю, почему бы, вот я бы, наверное, так сыграл бы. Видим, что за d5 это плохо. Ну, сложно тут, сложно, как бы, ладно. Ферзь f8, я понял идею, наверное, с идеей ферзь f8. И черные допускают решающую ошибку, как бы, забавно, d5 на ферзь f8 слон защищает ферзя. Следует слон f2, и белые аккуратно продолжают, ну, как бы, ферзь f3. Уже ферзь b7, там. Первая линия. Кстати, ферзь h8, ход по третьей линии, скорее всего, бы я сделал. Вот эта позиция, это, так думаю. И смотрите, вот этот маятник мне очень понравился. Ферзь f3, слон h4 и далее ферзь b7. Ну, потому что другого нет. Вы сыграете ферзь f8, оказывается, что слон уже пришел в защиту. Слон d7 и ферзь a8. Ну, то есть, тут уже, я так понимаю, захотели сделать белые ничью. Они чувствуют, что как бы запахло жареным. Ну, далее следует ход слон f2, и белые не выдерживают, и ферзь f3. Ну, вот мне эти маневры ферзем вообще нравятся. Давайте посмотрим последние хода. Ферзь f3, ферзь b7, ферзь a8 и ферзь f3. Вот такой маневр. Ну, и сейчас надо уже ферзь f8 играть. Как бы вторая линия g5, это вообще никуда. Ферзь f7 выглядит странно. Ну, поэтому она решила добить его. Как бы фаталити. Ну, дальнейшая часть партии неинтересна. И последний тур... В принципе, где все закончилось, я надеюсь, уже с этой шахматисткой не будет никаких продолжений на этом игровом сервере. Федосеев выбрал нестандартную достаточно расстановку. Ну, это тут
линия была из партии Навары, где его король вперед пошел. Нет, вроде. Там немного по-другому было. Ну, видим, что как бы слон f3, вторая линия. Ну, опять-таки, и длинная рокировка. Далее слон e7. Я так понимаю, что этот ход просто, чтобы подготовить короткую рокировку. Ну, и меняемся. Видим. Меняем все. Все, что видим, мы уносим с доски. Как бы. И далее просто... Ну как, я, кстати, не совсем понимаю, зачем Федосеев поменялся. А, ну конь d5, конь f4, ладно. Видимо, приходится меняться. И выигрывается вот такое вот окончание. Вы спросите, а как это возможно? Ну, давайте обратим внимание сначала на маневр. Ладья d5, ладья b5. Конечно же, движок покажет. Ну, это сильно, мы берем и провоцируем слабость. И, ну как, если бы черными играл бы блиц на Камура, например, я бы сказал, ну окей, он хорошо сыграл. Но тут 5 секунд думается, и фактически приходом делается такой ход, и ладья возвращается на d5. Ну, то есть начинаются маятники. Гипноз. Гипноз. Ну и в принципе здесь, наверное, вообще... Большая ее ошибка, ей надо было очень часто ничьи предлагать. Ну, блин, я сейчас просто беру и рассказываю все, как надо делать. Ой. И, по-моему, больше вреда этим видео я нанес. Послушаю, там начнут все в эндшпиль переходить, там ничьи начнут предлагать в выигранных позициях. Ужас. Что я насоветовал? Ну, в общем, вы можете сказать, ну, элементарное окончание, там, Федосеев, ну, как он мог, смог проиграть? А нет, не элементарно, потому что только в этот момент надо сыграть c5, потому что король d5, король b5 проигрывает, ну, приходится делать другой ход, и все, мы играем король c4, король b4, сыграем e4 тоже ничья, ну, видимо, цейтнот, и все, тут цуцванг. Цуцванг, и черные побеждают. Ну что ж, в принципе, мы увидели. Ну, я почему не могу снимать видео про... У меня многие под подозрением игроки. Вот. Я за этой шахматисткой слежу еще до того, как она выступала против Музычук. Она в титульных вторниках тоже регулярно снимала гроссов. Да и вообще, как бы, 2200 рейтинг, у нее сколько блиц? Сейчас максимально 2667, но 2600. 2600, ну как бы у Музычук нет 2600. Музычук одна из сильнейших в мире. Там Костенюк 2600 и так далее. Тут непонятно кто из Монголии там, с рейтингом 2600. Ну, маленькие итоги подводим. А вот остальные участники, участницы, извините, не могли вот так вот. А кто ее в полуфинале там снял в этом турнире? Она не могла? Там тоже очень интересные партии были. Ну ладно. Насчет монголки я больше ничего вообще не хочу говорить по этому поводу. И здесь был еще третий игрок, смотрите. О. Виталий Сергеев, Симферополь, под ником Chess Beetle. Ну, я даже про него не хочу видео снимать, если честно. Ну, вы просто посмотрите сейчас на эти проценты. Кстати, забавно, что международный мастер Горин написал недавно сообщение, в первом туре выиграл у него, а потом начался best mode. Вот смотрите на эти шуты. 98,6, 99,3, 99,1, 99,1, потом, я не знаю, от себя партия, что ли, одна. И потом снова 98,6, 98,7, 99, и там Бернацкого выносит 94,2. Ну, в общем, если в комментариях просто напишите, если вы знаете, кто под этим ником, это действительно тот игрок, то, может быть, я и сниму видео. Я устал, честно говоря. Слишком много этих очень сильных игроков. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.